Валерия с детства мечтала о том, чтобы завести воспитанного пса породы далматинец. И однажды у нее все-таки появилась собака, правда, не очень воспитанная и совсем не далматинец. Пока девушка была маленькой, родители не хотели брать на себя такую большую ответственность. Но время шло, а мечта Валерии никуда не исчезла, она по-прежнему очень хотела питомца. И в один морозный январский вечер девушка нашла на улице кем-то брошенных щенков. Малышей было пятеро, и все они оказались очень слабы. Понимая, что они, скорее всего, не выживут, Лера все же решила рискнуть, вдруг удастся кого-нибудь спасти. Она завернула питомцев в свой шарф и отнесла их домой. Увы, но четверых щенков спасти не удалось, но одна кроха все же осталась в живых. Так в жизни Валерии появился щенок. Щенуля росла очень быстро и с каждым днем все больше и больше привязывалась к своей новой хозяйке. Так и получила Лера собаку своей мечты. И пусть она совсем не далматинец, но ее все равно очень любят.